Всем привет, гибусники и шляпники, с вами Маг Макс, и сегодня я покажу вам, как поставить такой же тунхат, как и у меня. Переходим по ссылке в описании и скачиваем файлик по вот этой вот ссылке tunhat.com/usermagmaxzm9. Думаю, не надо вам читать. Вот, вас перекидывает на мой профиль Маг Макс Конфиг. Здесь вы видите настройки моего конфига. Можете, ну как бы вы их не можете, вы их не можете менять. Просто жмете кнопку Download, у вас появляется диспенсер и идет проценты загрузки. Пока идет загрузка, поясню, если у вас написано None и загрузка не идет, то идет обновление сайта. То есть, если у вас уже несколько дней None, то рекомендую обратиться в поддержку, ребят. Так, у вас скачивается тунхат, собственно, открываем этот тунхат, сайт нам больше не понадобится. Открываем в папочке, у нас в библиотеке, в архиве тунхада есть папка тунхад, открываем ее. И, можете ее не открывать, просто тунхад, вот папочка. Так, дальше мы идем в папку Steam, идем в библиотеку, в Steam библиотеку, находим Team Fortress, нажимаем параметры. Локальные файлы, то есть третья вкладка сверху. И первая же вкладка Browse Local Files. Здесь мы заходим в Team Fortress, TF. В папке Team Fortress мы находим в TF. Здесь у вас должна быть папка Custom. Если у вас этой папки нету, значит вам ее нужно создать вручную. Создаем папку Custom или же заходим уже в существующую. Сюда перекидываем папочку Tunhat. Да, то есть перекидываем. И все, радуемся тому, что у вас есть мой тунхат. Это настолько легко, да? Да, все настолько легко, ребят. Заходите в группу мою, тоже в описании есть. И здесь вы можете проголосовать за то, в принципе, что... какое видео следующее будет у меня на канале, да? То есть вот тут голосуете, и я, собственно, вижу это. Может быть, даже твой голос будет решающим. Собственно, уложился в 2,5 минуты. Спасибо всем, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк, если вам помог. Еще раз просто хотел сказать спасибо и пока.